Мы ходили с тобой в магазин, мне страшно представить, что здесь. Ну что, сдаешься, крепко? Слушай, а он ничего сало с молоком? Нормально это идет? Кстати, а как ты попал на пощечину? Слышишь, а почему он столько ест? Пельмень легендарен тем, что он вырубал очень много народу. Сейчас мы проверим его удар на мне. Давай, Вась. Блять! Всем привет, друзья, меня зовут Алексей Столяров. А меня зовут Вася Пельмень. Ребята, вы просили в предыдущих роликах в комментариях, чтобы я поменялся тренировками и питанием с Васей Пельменем. Мы ходили с тобой в магазин, мне страшно представить, что здесь. Взяли. Щетка. Ну-ка, это что у нас тут? Вот? Нормально, 500 калорий, нормально. Сладенького, там мы со сладенького начали. Так. Хлеб. Вот порезанный же, вот я люблю такой порезанный хлебушек. Хлебушек? Я вот черненький люблю. Сыр обязательно. Вот тут сейчас найдем мы сальца. 100 граммах, здесь почти 300, 2-4. 2-200 там, короче, 2000. Это на завтрак. Это завтрак? Ну, клеточки на завтрак пойдут, и там это медовичок на обед сладенькое. Я сладенькое люблю. Так, мазик, надо мазик. Блять, вот мазик для меня это прям смертоубийство. Вот он, майонезный отдел. Думаю, большую уж не надо ему, да маленькую хватит. Ай, поиздевайся над ним. Возьмем для него соевое молоко. О, миндальное молоко. Мне нравится оно очень. Все время очень часто его пью. Пельмени классические, да? Ты надеюсь, 3000, короче. Рожки, вот это люблю. Кетчуп такой остренький надо, вот. Вот Хайнц остренький, все. Что у нас? Такая жирненькая. $1,990 у меня вышло. $2,211. Огромное спасибо Карлсону за то, что они дали нам гелик, чтобы мы классно сняли ролик, все загрузили, ссылка в описании. И на, ребят, любую классную машину в Москве можете арендовать через них. Ссылка в описании под этим роликом. Леха, 10 рублей не хочешь заработать? Че? Тележку на ту уходить. Здесь мы посчитали где-то 16-17 тысяч. 16-17 тысяч. Я, честно говоря, не верю, каким образом он мог набрать 16-17 тысяч. Скажи, пожалуйста, где максимум? Сало. Сало. Это 810, 100 грамм. И где еще максимально? 3 тысячи. Ну да, было бы странно снимать с Вазей пельмени и не есть пельмени. Окей. Мне кажется, что, ребята, этот ролик изначально будет провальным, потому что... Я пробовал 12 тысяч, не получилось. Я пробовал 10 тысяч, не получилось. Ты тут поставил задачку 16. Итак, ребятушки, мы сейчас сначала взвесимся, как обычно, это традиционно. Мы узнаем, какой вес у меня изначально, какой вес у Васи. 92 килограмма 700 граммов. 176. Стасон, ты только что стал стройнее в этом ролике. Ты похудел? А, то есть ты сбросил, да, бро? 180 был. Лера, все. Лера готова. А ты 10 сразу туда? Да-да. Нет, это все, это не туда. Ладно. Неплохо. Блядь, может остановись. Просто остановитесь, хочется сказать, брат. Все. Как там они делают? Пойдем. Немного соли. И вот их добавим. Я чувствую, как будто я приехал к бабушке, реально. Ну прям уже херачишь так, реально. Бабушка пельмень, что я приехал к тебе. Слушай, а хочешь позавтракать пока? Смотри, обычно завтракаю вот так вот. Одна коробочка творога, два бутерброда с рыбочкой. Хорошо, лично. Кто тебе молочка налил? А, давай. Слушай, а ничего сало с молоком? Нормально это идет? Тут кругом, природа, не переживай.
когда ты у людей вырубаешь с пощечиной, что ты чувствуешь? Ничего. Просто да. Ну, сам пришел, да? Как получилось. Угу. Ладушки, будем кушать. Ну как, скажи, вообще в целом вкусно, потому что тот раз Сарчик сказал, что у меня вообще одно говно. Рыбка, рыбка вкусная, но не наелся. Чем мне нравится загород? Мне кажется, вот этот фаталити сейчас будет. У тебя же есть YouTube-канал, собственно. Да-да. Ты там скажешь видео? Да, Вася Пельмень называется. Там ссылочка в описании. Там ссылка в описании, Вася Пельмень, пожалуйста, переходите, там максимально интересный контент с Красноярска. А что там делаешь? Про деревню, маленький фудблога. Ну, поросенка в тандыре запекали, сожгли его. То есть не приготовили? Почему? Приготовили, но он сгорел. Как молоко? У нас нормально деревенское, вкуснее будет. А в Красноярске у тебя? Да. Ты предлагаешь? Подожди, не в Красноярске. А где? Насчет Красноярска 260 километров. Ирландский город. То есть ты живешь не в Красноярске, а еще под Красноярском? Да, 260. Короче, ребят, я предлагаю. Мы ставили всегда рекордное количество, 100-120 тысяч лайков. Если вы поставите под этим видео 150 тысяч лайков, то мы поедем к пельменю под Красноярск. 150 тысяч лайков, это мало или много? 150 тысяч? Ну, это очень много. Это очень много, да? Mm-hmm. Ну, еще надо 15 тысяч комментариев. 150 и 15 тысяч комментариев. Ровненько, да? Да, там типа, там, езжайте в пельменю, там или как? Гоу к пельменю. Гоу к пельменю? Да-да-да, они же молодые, они гоу к пельменю. Гоу к пельменю. Что за слово такое? Я вообще английский не знаю. Там по-русски они пишут «Гоу к пельменю». Ребят, 150 тысяч лайков, 15 тысяч комментариев «Гоу к пельменю», мы мчим к пельменю. Будем гонять коров твоих, да, еще? Дашку. Дашку. Чуха, чуха, чуха побежала. Называется «Вышел с Дашей на прогулку». Опа, ёп. У нас, знаешь, тут чисто... Мне кажется, такой контент заходит просто... Дай ему ладошку. Слушай, а почему он это такой огромный? Ну, майку. О, нихера, у тебя шерсти, братан, оказалось. Блядь, все не дудите, блядь, кто? Приятного аппетита. Ну, блядь. Сейчас мы доедаем яичницу, идем ебошить арбуз. Просто держишь его, а я просто так хуяк и все. Да, да, вот так. И все на изи. И все, да, на изи просто. Давай ты поднимешь, я бахну. Подожди, 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 Вась, подожди, соберись. Вась, только поеблу, пожалуйста, только по лицу не попади. Держи крепко, ты зажимаешь? Да в смысле, ничем я не зажимаю, блядь, да как крепко? Ебать, нахуй! Как люди держат это дерьмо? Чувак, у меня там рука дрожала. Блядь, это так страшно, иди нахрен. Давай. Подожди, просто... Да, да. А ты на третий раз хуячишь? Да, со всей дури вкладывайся. Хуй ты так стоишь, смотришь? Давай. Раз, так, два, три. Охуеть! Сука! О, блядь! Короче, ребят! Вася наш, пельмень, легендарен тем, что он вырубал очень много народу. Мы проверили его уже удар на арбузе, сейчас мы проверим его удар на мне. Давай, Вася. Ты точно готов? Братан, а можешь поприкать? Ты точно готов? Сука! Блядь! Дровишки столяров колют. Сейчас будем спрашивать, зачем так много. Я ему говорю, для чего? Чтоб комаров не было. Вася решил немного бахнуть огонек побольше, у нас сейчас дерево загорится. Это не шутки, ребята. Это реально сухое, может пыхнуть. Просто приехали за город, взяли Васю. Вася приехал из Красноярска, вырвали его на эту съемочку. Сейчас поедим максимально жестко. Просто идеально. Подпишись на канал, а, прямо сейчас. Мне будет приятно, блин. Да. Сделаем 3 миллиона к концу года. 3 миллиона? 3 миллиона, ребят, до конца года надо сделать обязательно. 3 миллиона. Но мне кажется, наш контент достойный этого. 3 ляма. Блядь, куда гречку дел? Вон он. 5 пачек, 80 грамм сухой гречи. 80 мало будет, ну да? 160, 240. 3 пачки сварим. Не, ну как Вася и говорил, в принципе, для перекуса вообще топ. Да.
Пока ждем обеда. Пока ждем обеда. Сальца перекусим. Сальца навернусь. Я попробую эту штуку, как она называется. Миндальное молочко. Миндальное молоко. Братан, ну есть разница. Ну невкусно. Невкусно? Невкусно. Сколько макарон? Здесь чуть побольше дам все-таки, ну ты все-таки парень-то жалко просто. Мужик, у нас на канале таких еще объемных ребят не было, поэтому ну жалко тебя будет кормить сегодня 100 граммами макарошек. Как оно звучит-то, а? Ой, хорошо. Ой, красиво. Мне кажется, вот сейчас лайк должен прилететь от тебя, дружище. Прям должен. Ребята, обязательно подпишитесь на Васю Пельменя. Реально, самый добрейший души человек. Да-да, он не пиздит. Вот вообще. Итак, друзья, здесь ровно наша граница между нашими обедами. Итак, что по моему рациону? 3 стейка, у тебя 3 маленьких кусочка, потому что белок я очень сильно люблю. Ну, немножко углеводов здесь, плюс у нас есть хлебушек с сыром, плюс у нас есть замечательные огурцы, которые, в принципе, не дают углеводов, и водичка. Борщ, хлеб, сало на первое, гречка, стаканчик молока с печеньками. Выглядит это реально вроде бы, ну, можно осилить, но опять же здесь, мне кажется, есть подвох. Что, такой момент наступает, что накопительный? То есть завтрак более-менее еще шел, сейчас вот просто уже в желудке очень много еды, она не переварилась. Даже твоя тренировка по арбузам и колония дрова колоть не помогла. А сколько ты можешь так есть подряд дней? Ты чувствуешь вообще еду, которая, ну, вот, которая у тебя? Сижу так. Вкусно? Да. Мясо вкусно. А где ты попал, кстати, а как ты попал на пощечину? Случайно. Ты просто пришел разбить кому-нибудь лицо? Нет. Шоу-шоу посмотрите. Тогда вот на этот Сибирин Пап-шоу? Да, в 2019 году. Чувак там просто держал, ты видел? Видишь? Там просто чувак такой, ему Бася, раз, блять. Он такой пошатался. Просто флажмя уебался. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот это жесть! Самое крутое, что у нас реально самый тяжелый человек на канале теперь. Ребят, тяжелее не было, даже Кирилл Сарачев меньше. Вес. Так-то больше. Ну ты хоть наедаешься? Ну, нормально. А сколько тебя раз злили на каменных лицах люди? Как мы не злили? Ну, типа попадали, блин. Надо сейчас просто убить человека. Ну, не убить, а попробовать его выключить. Наверное, сам первый раз, когда с базукой был, что тебя вот зазлился. С базукой? Да. С Терешем? Ну, руку попал, да, с Терешем. Обидно, да, было? Ну, как-то так неожиданно. И больно, да? Нормально, как позвенело. Ну, Unreal, ты понимаешь, был бы хоть какой-то шанс, осталось там немножко сала или еще что-то, ну, тут сало гора, хлеба гора, гречи гора, я стейк единственный съел этот. Сколько я не съел здесь калорий? Ну, это 1200. Бля, 1200, просто калорий не доел, немного не доел. Если я скажу, что я сдаюсь, вот сейчас на обеде сдаюсь, ужин я еще попробую пельмени. Да. Но вот сейчас сколько, ну, давай назови там, как ты хотел сказать. Ха-ха! Че, все тряпка сдаешься? Ну и так, друзья, мы переходим к самому интересному. Вася в кадре, и сейчас мы будем тренироваться, ребят. Элементарные 3 упражнения. Нужно будет отжаться на максимум раз, простоять в планке 1 минуту и сделать скалолаз 30 секунд. Что это было, скалолаз? Сейчас тебе покажу, давай. Отжимания ровные и скалолаз. Полным животом, да, вот, но наелись. Братан, ты даже еще 2000 калорий мы не съел. Представляешь, какой у меня сейчас полный живот? Ты готов, с чего хочешь начать? Ну, с планки буду снимать. Давай, брат. Раз, два, три, пошел. Раз. Таз ниже. Нормально, брат, нормально. 7 секунд прошло. Фига, как ты так проминаешь землю? 15 секунд, бро. Как состояние? Хорошо. Это тебе не пощечина ведь, брат. 30 секунд прошло, ниже таз. Держись. Вася, сибиряк, давай. Слава богу, что мы уже потренировали пощечины. Еще повторим. Сейчас повторим. А, все. Стоп. Ура. Сколько тебе, как тебе это было? Нормально, только что наед. Второе упражнение для нашего силача. Это нужно отжаться максимальное количество раз. Извините, ребят, сейчас не пишите кучу комментариев, что мы забыли коврик для нашего пельмешки. Давай, готов? Пошел.
Давай, один. Ох, блядь. Давай, 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 два. А, ты же весишь 180. Твою мать, ему так тяжело сейчас. Хватит, 10. 10. Нормально, нормально. Ну, ребят, но с его весом 180 килограмм человек весит. И теперь заключительно это скалолаз. Один, два, три. Поехали. Раз. Да, отлично. Выпад, выпад. Сделай, смотри, выпад. Вперед ногу согни. Вперед ногу. Вот так. И просто смену делай. Во. Прыжком. Есть, есть, брат, давай. 20 секунд осталось. Давай. Блять, ребят, пельмешница вообще красава. Вот, 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 вот. Чувак, все, ты уничтожил здесь землю. Все, бро. Пельмень. Сантюги. Тут у нас грядку вырвал, реально. Просто это тот момент, когда Вася немножко поработал. Итак, третий заключительный прием пищи. И ты хочешь, наверное, сказать, что сколько здесь у нас пельмешей, если кто не видит? 900 грамм. 900 грамм. Смотри, если я осилю сейчас 900 граммов, то сколько я, получается, наберу? 160. Слушай, ну если я съем пельмени, а это святой, потому что ты пельмень, я должен съесть пельмени. У нас сметану туда что-то. Мазинку. Так как я сейчас на диете, мы пытаемся высушиться в очередной раз. Мы, у нас чисто белок здесь, курица и, естественно, легкая клетчатка. Подожди. В виде чего? И водичка. Вот понятно, он на диете, да? Так-то я на диете, вас сушусь, я пельмени буду жрать. Нормально, да? Ну, это один ролик. У меня вопрос, а зачем вот этот укроп? Клетчатка. Не подумал, что-то. Сейчас должны реально все подписчики сидеть и думать, ну неужели он сможет? Как у тебя идет? Нормально. Точно хоть? Угу. О, блин. Ну что? Ты сдался, да? Нет! Столько много. Почему-то свет, когда падает, как-то очень много становится. Ну, блядь, сколько я съел? 300 грамм даже не съел. Чего? Ты посмотри. Ну, 300 грамм максимально. Все, да? Я не то, что... Я мне вот стрёмно после того слова «все, да?» говорить «да, все». Сейчас еще одну пельмешку и все. И да, вот это все. Сколько получилось, по идее, по калориям? Где-то около 7. 7 около? 7 тысяч? Да, 7. А здесь вот так? 7,5, да. Ну, надо взвеситься. 92 сколько? 700. Блять! Ты набрал! Ну. 3 килограмма? Ну, что за говно? Я каждый раз худею. Чуваки, 96 400, это же пиздец, я столько не весил никогда. Давай еще раз перепроверим. Может наклонная здесь херня? 96 400. Это первый раз, братан, когда я набрал. Я сейчас на твоем наберу. Трешку, да? Все, что съел, ну я выпил 3 с лишним воды. Охренеть. Мы сегодня набрали. Получается, ты на моем питании можешь набрать, я на твоем. Да, ну я пил просто. Но ты пил, хорошо, но все равно мы набрали. Ты в курсе, как массу набрать? Теперь я знаю, как в курсе массу набрать. Ребят, этот выпуск впервые за историю моего канала, когда все участники проекта поправились. Реально все поправились. Ребят, я не знаю, если вы поставите действительно 150 тысяч лайков и 15 тысяч комментариев, гоу к пельменю Красноярск, то, ребят, мы поедем к нему в Красноярск и попытаемся выжить там один день. Все зависит только от вас, вы знаете, мы делаем только все для подписчиков. Обязательно подпишитесь на Васю, пожалуйста. Это тот самый человек, который разносит лица с помощью пощечины. Все ссылки на его инстаграм, канал будут в описании под этим видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ну и, конечно, только здесь вы увидите такой качественный контент. Прощайся, пожалуйста, с моими подписчиками. Всем пока. Такой уютный парень, такой хороший. Как там говорится, увидимся в Красноярске, да? Увидимся в Красноярске. Я надеюсь, вы не поставите 150 тысяч лайков, вы захотите, чтобы я выжил. Лёх Столяров с вами был. Всем пока, вы самые лучшие.